Amerikaga kelayotgan yangi immigrantlar kattaroq sanoatlashgan joylarga intiladi. Masalan, Pittsburgga, Pensilvaniya shtatiga. Haftaning o'rtasi, salonga dam-badam mijoz kiryapti. Uzoq yillik klientlar deya tushuntiradi Tamila Bobojonova. U bu biznesni qo'lga olganiga 1 yil bo'ldi. Издавна мне это все нравилось. В Нью-Йорке, в Манхэттене отучилась на эстетичен. Уч фарзантнинг онаси бўлмиш Тамила бизнесни ҳам, уйни ҳам эплаётган питсбурглик чаққон ўзбеклардан. Бу ишни очишда унга суянчиқ бўлган, молиявий мадад берган турмуш ўртоғи. Нью-Йоркда олган билимини аввалги Питсбургдаги гўзаллик салонларида маҳкамлади. Переехав в Питтсбург, появилась такая возможность, что мне пришлось... Он ел олден Питтсбургка кучганымыздан кейн, оқыш ва салонды ишлаш учен имкан пайда болды, дейді о. Рақобат нымай кенны білдім, берләштім. Оз бизнесымны башқарышке тайор кенім нағыз кілгеч, манышу ишны очдым, дейді о. Открыться. Тамила харқандай бизнеста муамолар болады, дейді. Трудности в том, что нужно привлечь каким-то способом сюда свою клиентуру. Гузалик салонын ачкандан кейін мүджозларны жалп қылыш, реклама қылыш керек. У интернетті олдыныңге сахифа ачып, нархларны ва башқа малымотны жойлады. Чегермалар тәклиф қылдым. Интернеттіге қыдыру сайтлардан топ келшады бізні, дейді Тамила. И много людей приходят оттуда. Уның юмышыны еңгіл қылген шуки салон ұзақ елардан бері ішлейді. Тамила аввалдан бор бизнесни сотиб олиб, уни бошқаришга киришди. Эски миджозлар ҳисобига иши барордан келяпти. Яъни мен нулдан бошлаганим йўқ. 26 йилдан бери содиқ миджозларим бор, деди суҳбатдош. Гўзаллик салонини очиш учун қанча сармоя керак? Сиз катта даромад олмоқчи бўлсангиз, сармоя ҳам катта бўлиши керак. Агар аввалдан ишлаб турган бир бизнесни қўлга оламан десангиз, унда осонроқ ва кўп пул киритиш шарт эмас. Главное, как правильно его провести. Унинг сўзларига кўра, бу касбда ўзбекистонликлар йўқ ҳисоб, чунки соҳада ишлаш учун икки имтиҳондан ўтиш, лицензия олиш зарур, жараён осон эмас. То есть это немножко тяжеловато, поэтому... Тіл білмаслик энг катта тосқлардан бири. Лекин қилса бўладиган иш ва косметолог, стилистлар орасида бизникилар ҳам кўпаяди деган умиддаман. Питтсбургдан Насиба Тохир, Одил Рузалиев, Америка овози телевидениеси учун.